вот выделить. Да? Это один из вариантов. Если кто-то из вас когда-нибудь заинтересуется былинами, вы найдете массу текстов. И вы увидите, что как эти сюжеты переплетаются, как они интересно взаимодействуют, и как они живут делают. Потому что былина была для человека, хотя лира сам по себе инструмент европейский. Если вы, опять же, люди интернетные, погуглите, увидите колесную лиру. Харди Гардиан называется в Англии. Или драй лира называется в Германии. Это инструмент европейский. Его изобрели, по-моему, доминиканские монахи где-то в 11 веке. Вот сам принцип инструмента, хотя форма у него разная бывает совсем. Эта форма совсем поздняя. Они такие луковки, если кто-то картины Боска видел, вы видели там этот инструмент, он часто их изображает. Вот, в сопровождении колесной лиры ходили слепые весы, которые так же, как лирники, были профессионалами. Они знали очень много, они знали все святое писание. Они были такой, знаете, совестью народа и такой живой газеты, если можно сказать, потому что они жили тем, что ходили от прихода к приходу, разносили новости и точно так же разносили духовные стихи. Я вам спою, наверное, такой тоже коротенький духовный стих, вот из поздних духовных стихов, из того, что я вам говорил в начале, это духовные стихи позднего времени. Это притча о блудном сыне, но рассказана эта притча от имени блудного сына. Фрагмент. Всю притчу не расскажу, иначе вообще не помню. Бродил я в далекой чужой стороне, и страсти мощно кипели, небесный отец не забыл. Yeah.
Пожалуйста, на сцену у нас дислокация людей, чтобы так, кто остается.